Проверка сотрудников областной территориальной инспекции лесного и животного мира показала, что в Туркестане по-прежнему идет нарушение закона о запрете торговли с аксаулом. Выявленными фактами правонарушений будут заниматься уполномоченные органы. В отчетном году на территории лесного фонда выявлено 48 случаев незаконной вырубки леса, из которых 21 случай древесины с аксаула. В целях выявления мест продажи древесины проводятся рейды и мероприятия по привлечению лиц, занимающихся незаконной продажей, к ответственности, а также ведутся разъяснительные работы среди населения. Отметим, что хозяйствами области заготовлено 59 тысяч семян с аксаула, которые засеяны на площади свыше 105 гектаров. Таким образом, площадь государственного лесного фонда на начало 2018 года выросла на 9415 гектаров. Также в регионе насчитывается 15 гектаров рыбного хозяйства, и из них два водоема международного и республиканского значения. По инициативе инспекции ежегодно проводится акция по уборке мусора. В прошлом году было собрано и вывезено 10 тонн мусора и 15 километров сети. В 2017 году за организациями и учреждениями природоохранных ведомств области проведен 1921 рейд. В ходе проверок было выявлено 773 нарушения. Всего по области за ушедший год к административной ответственности привлечены 697 человек, а к уголовной 52. Только в первом квартале 2018 года специалисты выявили 13 нарушений в сфере лесного хозяйства, 32 нарушения правил рыболовства и охраны рыбных хозяйств и 55 несоблюдений правил охоты.